Să știți că și următorii noștri invitați au cu ce să mândri. Au revenit recent dintr-o călătorie în Rusia, unde au avut ocazia unor întâlniri cu regele muzicii pop Filip Kirkorov, dar și a muzicii rap Timothy. Dar ce-au mai făcut acolo ne vor spune imediat băieții de la Sunstroke Project. Îi așteptăm aici. Noroc, băieți! Privet, frumoșilor! Ne-a fost dor de voi! Am băjat cu distanță, da? Da. Hai, eu sunt vaccinată complet, așa că din partea mea puteți stați fără grijă. Mama, dar ce încălțăminte frumoase! Da. Мы приехали прямо из Москвы с подарками. Да? Не к вам подарки. Подарки у нас, да. Помнишь, мы хотели, говорит, квартиру купить. Хотели мы, а купил я. Băieți, în primul rând, vreau să mă bucur pentru voi, că tot vedeam Instagramul vostru și zic, wow, și acolo au reușit băieții noștri să ajungă și acolo. De fapt, ce ați făcut la Moscova? Că ați înghețat, am văzut. Da, у нас там был такое большое шествие в Москву, для того, чтобы немножко рассказать о себе, о Москве. Она посмотрела на нас, так говорит, ну, молодцы, ребятки, окей. Ну, я вас принимаю буквально на 5 дней. Но это было довольно-таки плодотворно, потому что мы поехали на новое радио. Там очень старт перцами выступили вместе. Ну, как выступили? Они у нас взяли интервью. Просто максимально круто. Ну, просто вот на самом деле момент того, что мы еще встретились с Филиппом, это, мне кажется, самый пик нашего пришествия в Москву. Да, но в принципе еще, помимо этого, мы, скажем так, презентовали нашего художника знаменитого Алексея Гурского на его выставке. И тоже это было такое знаковое событие в доме Булгакова, мистика, вообще просто да, по мастеру Маргарите было. Да, и это очень знаково было. И, собственно говоря, после этого мы как бы с одной из картин выставки подарили, презентовали да. Самому королю. Да, am văzut poza și chiar m-am bucurat pentru artistul nostru. Iată, vedeți tabloul care l-a primit regele din partea voastră. Cum a reacționat? Ой, на самом деле ему очень-очень понравилось, потому что... Он уже все присмотрел, местечко, где оно будет висеть, где будет висеть картина. Ему очень понравилось. Он говорит, ребята, вообще просто супер. И что круто, что он действительно сразу помог Алексею с этой выставкой. Он говорит, ребята, давайте вас познакомлю, тебя познакомлю с... Он нарисовал Петрову, получается. И Хабенскому, да. Нарисовал две картины, и он сразу с ними договорился. Он сразу отправил эти картины им. Они тоже были в шоке от того, что настолько крутые картины. Вот. Короче, очень плодотворно для Алексея Гурского тоже получилось круто. Да, как-то вот продвигаем нашу молдавскую культуру, да, собственно говоря, и в России. И самое интересное, что воспринимается это все не так, как там вот ожидалось. Да, вот что Москва, чем вы там удивите. Наоборот, очень тепло, очень ярко и всем нравится. Люди приходят и на выставку. И, к сожалению, там вот выступление наше закрылось из-за пандемии. То есть, об этом мы узнали, когда уже приземлились. Да. Ну, нам, поверь, было чем там заняться, потому что и родственники там есть, и вот целая куча дел еще связанных с медиа. То есть очень продуктивно. Ну и, конечно, вишенкой на этом торте возможность побывать в гостях. На самом деле очень удивило, потому что, ну, в принципе, мы давно знакомы уже с Филиппом, но мы не ожидали, что он говорит, ребята, я вас приглашаю к себе. Это дорогого стоит. Да. Ну, то есть как гостей очень-очень гостеприимно. Очень все просто, красиво. Причем мы до 12 сидели, говорим, Филипп, мы, наверное, уже пойдем, ну как-то неудобно. Пора и честь, а он приехал только из Дубая, только прилетел. Мы уже пришли к нему домой, его еще не было дома. И он приехал только с самолета, нас встретил сразу. И он говорит, не-не-не, ребята, давайте еще посидим, пообщаемся.
что-то расскажем. Мы показали ему свои новые песни, он там одобрил, говорит, ребята, круто, давайте вперед, вперед, вперед. Короче, очень круто посидели. Да, ну в 5 утра, когда расходились уже, потому что уже, знаешь, когда, ну, все воспринимают, что это король эстрады, а с нами, и все забывают, что он музыкант потрясающий. В том-то и дело, когда мне было 5 лет, он уже был суперзвездой на 1/6 части мира, понимаешь, на секундочку. И поверь, там есть о чем поговорить, и, естественно, когда такое душевное общение, и за столом посидели, и уже спустились в его личный зал репетиционный, там караоке, целый город для детей, то есть бассейн, ну, короче, там можно рассказывать очень много, к сожалению, показать это невозможно. Да. Но, ты че, визазиса, канавец воя сапачец позе, сафилмайц? Нет, в том-то и дело, что... Просто мне кажется, что это все-таки в первую очередь дом, потому что дом должен быть для гостей, но это не для общего как бы видения, да. Но там действительно дом-музей, там даже просто, ну, очень-очень круто. Там каждый... часа два только будешь ходить и смотреть. Да, да, там, там столько тарелок муз-ТВ, что ему вообще, в принципе, посуда не нужна. Ватя наличку Тимати. Пеялу унде лац принц. Знаешь, я бы, наверное, бы сделал такой понт и сказал бы, да мы там с Тимати, короче, вместе скинтовались, короче, мы там, мы Black Star. Но на самом деле это было все очень просто. Мы просто проходили по улице, он стоял возле своего барбершопа, и мы такие, типа, можно с вами сфотографировать? Мы жили там прямо вот в центре, поэтому мы прогуливались, увидели там и Ренату Литвинову, и Тимати так ходят вот в шаговой доступной. И причем очень они открыты к этому, то есть нет такого, что там охрана. Отойдите, мы можно смотреть? Да, конечно. Это у тебя так было. Я когда подошел, меня так стоп. Тебе все-таки такой втащили, дядя, да? три метра такой дядя. Я говорю, можно сфотографироваться, пожалуйста. Он говорит, подожди, видишь, он разговаривает. Я, хорошо. Постояли 5 минут, подождали, потом сфотографировали. Не, прикинь, какой был бы понт, вот какой бы был пиар, знаешь. Слушай, вот не умеем мы с тобой шоу делать. Надо было сказать, мы там Black Star. По-другому воспитаны, да. Sincer, nu? De, în schimb, regele v-a primit acasă, că la el așa, nu, chiar știme că să vă zic că hai veniți băieți, vă fac barba. Da. Că deja vrea să fie prea mult, știi? Mi-a lișnă Timothy Brill, da. Da. Îți dai seama cum erau să fie toate știrile să titreze asta. Mă bucur foarte mult. Păcat că nu ați reușit cu concertele, dar poate în viitorul apropiat. Cumva, de fapt, asta a fost menirea voastră. Să cântați acolo, să vă mai promovați, să mai dați rușii la o parte. Da, vă știți, și de voi moldovenii. Da, maximal. Но Москва, конечно, она такая, она тебя так просто не примет. Ее нужно очень... Столько движений, все, ну, просто... Настолько там... Представляете, вот сам факт, вот 30 тысяч песен каждый день выходит вот в свет. Вот 30 тысяч песен. Каждый день. И вот из этих 30 тысяч песен ты должен как-то свою пробить. И в Москве такая же история. То есть там пробиться очень сложно. Но то, что мы побывали уже на таком крутом радио с такими крутыми интервьюерами, это уже о многом говорит. Mă bucur foarte mult pentru voi, băieți, să se deschidă cât mai rapid și cât mai ușor granițele pentru voi, pentru că piața din Moldova, îmi dau seama că este foarte mică, iar muzica voastră este worldwide. Bă, понимаешь, прикол в том, что почему бы и нет? Я искренне, я не стесняюсь этого сказать, я не хочу, чтобы нас там всех воспринимали как только гастарбайтеров. У нас много потрясающих музыкантов, артистов, но если об этом не говорить, не двигаться, об этом никто не узнает. И это дело не только в Москве, и в Европе там тоже люди должны знать, что мы богатая душой нация, понимаете? Поэтому мы делаем свой скромный вклад. Если еще кто-то сделает еще, и так будет замечательно, только лучше нас воспринимать в мире. Какая речь, я сейчас плакать буду. Да, голосуйте. Семинар мотивационал, а как по-другому?
Da, știți să vorbiți frumos, dar și mai frumos știți să cântați și să dansați. Atât. Da? Mulțumim. Așa, astăzi cu o melodie foarte specială și mă bucur foarte mult că în sfârșit am văzut-o și pe Lana în videoclip, pentru că de obicei așa, aveți numai fete frumoase, fotomodele, dar în clipul ăsta cumva e mai... De суфлет. Ну да, оно на самом деле эта песня настолько вот близка мне по ощущениям, поэтому она как раз вот практически граничит с моей любимой, поэтому, но она не только для нее, она для всех влюбленных. Да, и вообще, знаешь, вот на сегодняшний день все настолько помешались на каком-то хайпе, на каких-то... так не хватает чего-то настоящего, просто родного, без мата, без каких-то, не знаю, там, какой-то жести, привлекающей к себе внимание. Оно и тоже должно быть, но я за то, чтобы и такое было, что не потому, что там кто-то кому-то врезал по морде, услышали эту песню, а потому что действительно она зашла, и это потому что мы стараемся делать красиво. И красиво оно тоже нужно, не только дерзко, смело, современно, но и красиво просто. Да, согласен. Ну ты прям сегодня прям утренние речи у тебя. Я просто этого не понимаю. Треб де оприти эмисиуня аста, ну де алта, дар Тони Робинсон сфие спарат пе ной дежа.